Ольга Люкевич в свободное от работы время без дела не сидит. Любит быть в курсе всех событий. Все, что касается управления домом, знает наизусть. Она председатель МКД. Регулярно ходит на семинары в рамках проекта «Мой дом». Рассказывает, полученные знания помогают эффективно управлять домом. Там очень интересную дают информацию, очень полезно. Вот последние новшества, это были связаны с ГИС ЖКХ. То есть это настолько сейчас актуально, что сидя дома, никуда не нужно выходить, мы можем не только оплатить свои коммунальные платежи, но и провести тоже собрание, что очень удобно и комфортно для меня как председателя. То есть мне не нужно тратить свое время, ходить по домам, по квартирам. То есть объявление, жители заходят, голосуем, протокол уже формируется, жители очень довольны. Глава Кировского района Игорь Рудаков провел встречу с активистами проекта «Мой дом». Его реализация началась в 2021 году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Проект направлен на правовую помощь собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома, помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Как показывает практика, семинары, которые проводятся в рамках данного проекта, пользуются большой популярностью среди жителей многоквартирных домов. На таких семинарах им рассказывают не только о нюансах взаимодействия с управляющей компанией, ДСЖ, оформлении документов, проведении собраний собственников жилья, но и о такой замечательной электронной системе, как ГИС ЖКХ. Эта система позволяет в электронном виде отслеживать свои задолженности, текущие платежи по коммунальным услугам, видеть всю информацию по своей квартире, по всему дому, в котором проживаешь, и является очень удобным сервисом современным для управления своим жильем. Глава района Игорь Рудаков рассказал жителям о результатах работы за прошедшие 2 года и о перспективах развития территории на ближайшее время. За последние несколько лет Кировский район глобально преобразился. Общественные пространства от Зубчининовки до Металлурга, а это парки, скверы, бульвары, были капитально отремонтированы, и теперь это любимые места отдыха горожан и туристов. Это, конечно, и средства губернатора, и главы города. Очень много и большие изменения произошли. Ну и, конечно, работа администрации. Конечно, очень много есть еще замечаний, которые необходимо реализовывать. Поэтому на этих встречах стараемся все протоколом оформлять с определенными сроками. И второй цикл, когда пойдет, у нас уже отчет по выполненным, так скажем, просьбам, поручениям. В финале встречи участники задавали вопросы главе района. Большинство из них касалось тем ЖКХ, благоустройства общественных пространств и дворов. Игорь Рудаков, в свою очередь, вручил активным жителям и председателям многоквартирных домов почетные грамоты за эффективно проделанную работу. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.